Друзья, всем привет! Наша любимая рубрика «Обзор чего-нибудь интересного из шопинг-сферы». И сегодня мне хочется вам показать подробнее и сделать даже с вами распаковку кейса для AirPods. У меня в руках кейс с Карлом Лагерфельдом. Это тот дизайнер, который меня очень сильно вдохновляет, его коллекция, его творчество. Жаль, что его уже нет, но он оставил большой след в истории. Давайте распакуем вместе. У меня вот такая коробочка. Кстати, у меня новые AirPods. Друзья мои, я не знаю, я первый раз в таком приятном шоке от новых AirPods, потому что они какие-то волшебные. Их очень круто использовать в самолете, потому что эта функция, когда ты не слышишь ничего вокруг, она просто замечательная. Ну и в целом то, что у него есть три варианта прослушивания, когда можно сделать так, что ты будешь слушать окружающую среду лучше, обычный стандартный вариант, или когда функция заглушка, когда ты ничего не слышишь и музыку настолько приятно слушать, или просто, если хочется, ну, в самолете летишь, не хочешь слушать вот этот шум вокруг, одел наушники, это как приятные современные затычки, и ты можешь спокойно лететь и поспать, и это очень прям замечательная штука. От души советую, если у вас еще их нет, приобретите, потому что я заметила разницу между первыми AirPods и вот этими вторыми, или точнее там были вторые, а это уже третья, даже не помню, как они называются, эта модель, но она классная. Вот у них другой совсем форма, уже чехольчик идет, они продолговатые, соответственно, для них я выбрала такой же подходящий кейс. Давайте скорее вскрывать. В комплекте к нему идет кольцо, чтобы можно было использовать его как брелок. И надеваем специальное отверстие. Ну что, давайте вставим. Самое, наверное, удобное, что кейс силиконовый, это значит, что он не будет у вас ходить в руках. Ой, смотрите, какая красивая задняя деталь. Удобно пользоваться. Можно повесить, например, даже не знаю, с ключами. Не знаю, куда бы я это использовала пока что, но, возможно, я придумаю. Ну и, конечно, Карл. Вот этот логотипчик бренда здесь очень актуальный. Смотрится очень стильно. Как вам? Напишите в комментариях.